Кубанская ассоциация врачей-офтальмологов в таком составе собирается второй раз в год. И это необходимость. Медицина уверенно идет вперед. Врачи обсуждают новые методы лечения при травме глаза и коррекции близорукости, дальнозоркости, представленные в докладах коллег из Казани и других городов России. В конференции принимают участие и врачи из соседней Абхазии. Своим опытом работы с ними поделятся сочинские офтальмологи. Доктор нашей больницы, городской больницы номер 4 офтальмологического отделения, будет представлять доклад о тактике ведения пациентов с диагнозом глаукома в нашем отделении. В этом докладе мы расскажем о нашем лазере, который мы начали использовать в течение 2014 года. Мы расскажем о новых линзах для этого лазера, который мы используем, и о новых подходах в лечении глаукомы, которые мы успешно реализовали в нашем отделении.